Сегодня мы продолжаем наши беседы на библейском портале «Экзегет». И сегодня, отталкиваясь от текста, это Евангелие от Марка, 5 глава, 43 стих, мы зададимся вопросом, почему Христос строго приказал им, свидетелям воскрешения девицы, чтобы никто об этом не знал, что воскресла девица. Чтобы, может быть, говорили, она уснула, потом она проснулась. Вот Христос не хотел, чтобы для всех стало очевидно то, что она умерла и потом воскресла. И в самом этом стихе Марк 5:43 говорится, и он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал, и чтобы дали ей есть. Почему надо было скрыть эту тайну? Да, вот было воскрешение сына Наинской вдовы, там уже нельзя было скрыть, там было много народа. Но в целом вот Христос старался скрывать разные чудесные тайны, и в том числе вот он проявляет строгость по поводу тайны воскресения дочери Иаира. С чем это связано? Это связано с тем, что, да, воскресения случались в Ветхом Завете. Пророк Илья воскресил ребенка, который потом стал пророком Ионой. Иона – это значит голубь. А пророк Елисей воскресил мертвого человека, и он даже как бы дважды повторил это чудо. Был воскрешен Лазарь, четырехдневный покойник, сын Наинской вдовы, о котором мы говорили, и вот дочь Иаира, начальника синагоги. Но это воскресение не было тем воскресением, каким воскрес Христос. Поэтому, чтобы люди, узнав о воскресении Христа, не подумали бы, что это что-то такое же, подобное, как некоторые писали, а может быть, это был обморок на кресте, который был принят за смерть. Поэтому Христос старался, чтобы не афишировать те воскресения, которые имели место быть. Почему? Послание к Колоссянам, 1 глава, 18 стих. «И Он, то есть Христос, есть глава тела Церкви. Он – начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство». А как же он первенец? А Лазарь? А сын Наинской вдовы? А дочь Иаира? А будущий пророк Иона? И так далее, и так далее. Да, они воскресли, проживали определенный период жизни, а потом умирали. А Христос, первенец из мертвых, Он умерщвляет своим воскресением смерть и уже не умирает вовеки. Он показал формат нового воскресения, того воскресения, которое ожидает всех верующих в Него. И смотрите, что пишет апостол Павел, это первое послание к Коринфянам, 15 глава.
53 по 57 стих. «Ибо телесному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: поглощена смерть победой. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти – грех, а сила греха – закон. Благодарение Богу, даровавшего нам победу Господом нашим Иисусом Христом». То есть то воскресение, которое пережил Христос, это воскрешение бессмертия, в нетление. И подобное воскресение ожидает всех верующих в Него. Ибо Он смертью смерть попрал и сущим, находящимся во гробах, жизнь даровал. Поэтому в Библии говорится, что Христос принес не просто жизнь, а жизнь с избытком. Это вечная жизнь, которая, начавшись в этой временной жизни, в момент нашего раскаяния и обращения ко Христу, она уже не прекратится никогда. Вот почему апостол Павел говорил: «Для меня жизнь – Христос, а смерть – приобретение». Почему смерть – приобретение? Потому что это будет радостная встреча с Божественным Учителем. И Христос есть первенец такого воскресения. Сколько не было людей, они ушли в отление, они ушли в могилу, а то, что пережил Христос, в том числе и нас ради человек, и нашего ради спасения, это величайшее из чудес, которого сподобились только особые избранники Божии, такие как пророк Енох, пророк Илья, Пресвятая Дева Мария, эти трое, они живьем зашли на небеса. Берегите себя, друзья, в эти сложные времена. Подписывайтесь на библейский портал «Экзегет». С Богом!